Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам представить обзор на модель от компании ICM Москвич 401-420. Модель под номером 35479. Ну, первое, что скажу, это упаковка. Плотный картон, глянцевая вставка, красочная. Так, на коробке у нас здесь, скажем, небольшой боковик, рисунок, изображение. Тут у нас кто производитель, где произведена, и небольшая характеристика. Далее у нас, как я сказал, уже хороший плотный картон. Открываем коробку. В коробке у нас один пакет с литниками и одна инструкция. Инструкции. Начнем с инструкции. Инструкция у нас представлена форматом А4. Так, А4 в виде журнала, в виде книжки. Как всегда, первый лист — это у нас техническое описание небольшое автомобиля. Цвета какие использовать при покраске. И внимание. Дальше у нас в инструкции лежит декаль. Декаль у нас номера и эмблем. Логотип москвича и эмблема москвича. Далее у нас получается москвич, это по сути тот же Opel Kadett у нас, только гражданский вариант. Поэтому у нас здесь вариант литников, здесь у нас написаны неиспользуемые детали. Неиспользуемые детали — это у нас запасное колесо с зачехлением. Оно зачехлялось в военном варианте, а в гражданском предполагалось использование открытого колеса. Сборку модели нам предлагают на часть двигателя. В данной модели не очень много деталей, поэтому модель подойдет для новичка. Предлагают начать двигателя сборку компании. Двигатель состоит с небольшого количества деталей. Двигатель устанавливается на шасси. Так, у нас далее у нас получается сборка салона. Приборная панель. Вот, еще интересно, что можно сказать, это когда у нас идет сборка кузова, у нас боковины, они получаются цельнолитые. Так, это вам на литниках покажу. Но внутренняя отделка, она показана разными деталями. В принципе, можно будет сделать разрез и, если есть желание, то сделать двери открывающимися. Далее у нас идет сборка автомобиля, дальше установка крыши. Данная модель выпускалась также еще в модификации кабриолет. И тот, кто у нас любит пилить и перепиливать, в принципе, это можно будет очень легко сделать, потому что крыша просто не ставится, задняя стенка убирается, и здесь можно сделать собранную крышу. Далее у нас установка колес, капота, передняя часть. Установка бамперов и у нас получается варианты окраса. Окрас у нас дан, окрас, декали на, получается, конец СССР, конец 50-х, СССР также конец 50-х, просто другим цвет, другой цвет, СССР 60-е и конец 60-х. Далее, что можно сказать, на боксарте это видно. Модель, напомню, у нас компания предлагает красить в синий цвет, это как гражданский вариант, потому что военные, они красились вроде серый и черный цветом. Далее обзор литников. Как я уже сказал, один пакетик. Пакете у нас три
литника, один литник с прозрачными деталями и колеса. Начнем узор деталей. Пролита модель достаточно качественно, недоливов нет. Толкатели находятся внутри. Колпаки. Сейчас посмотрите, что у вас интересно. Они влиты в диск. И поэтому при покраске могут возникнуть небольшие затруднения. Мелкие детали пролиты все довольно-таки качественно. Далее у нас детали корпуса автомобиля. Как я сказал, двери боковые, они даны литыми, но при желании можно их распилить, так как вот эти части внутренние, они даны разными деталями. Также толкатели все будут находиться внутри, мелкие детали пролиты хорошо. Следующий у нас литник, это также детали корпуса, передняя часть автомобиля, крыша. Мелкие детали все пролиты качественно, толкатели внутри. Так, дальше литник с прозрачными деталями. Прозрачный пластик отличный, то есть все будет видно, поэтому хорошая маскировка. После покраски, как уберете маски, внутренности автомобиля будут видны отлично. Хороший, нравится мне пластиковая схема. И последний у нас литник, скажем так, не литник, это шина. Резина мягкая, хорошая. Вот, на этом я хочу закончить обзор данной модели. Модель очень качественная, пролита довольно-таки хорошо. Деталей в данной модели не очень много, поэтому она подойдет для новичка. Фотообзор будет выложен в нашей группе. Ссылка на фотообзор и на группу будут находиться под видео. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, ждите наших следующих обзоров. Пока-пока.